Всем привет, показывают и рассказывают Злата ТВ. Подписываемся на нас, комментируем и ставим лайки. Меня зовут Зубенков Андрей. Поехали. Клубы АПЛ больше не смогут подписывать иностранных игроков до 18 лет в связи с Брекситом. Вот такая новость, обсудим ее. В премьер-лиге введут новые правила касательно подписания молодых иностранных футболистов. А кто-нибудь помнит из вас старые правила? Тем не менее, в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы иностранных игроков, не достигших 18 лет. Теперь своих воспитанников мне придется держать при себе до совершеннолетия. Отмечу, что это правило не позволило бы в свое время Арсеналу подписать Сеска Фабрегаса и Эктора Бельерина, Манчестер Юнайтед Поля Погба, а Манчестер Сити Эрика Гарсию. Англия сама себе наступает на горло. Также для команд ведут ограничения по подписанию футболистов младше 21 год. Не более 3 игроков в каждое трансферное окно, при этом все иностранцы должны получить определенное количество баллов для того, чтобы им разрешили работать в Великобритании. Баллы получаются на основе количества проведенных матчей за сборную своей страны, а также место национальной команды в рейтинге FIFA. Белорусам в Англии на сегодняшний день точно не быть. Ну и не надо. Как говорится, у вас хорошо, а дома лучше. У меня на этом все. Пока.